Работу органов опеки взяли под контроль. Прокуратура Самарской области проверила должностных лиц органов опеки. После трагедии в Нижегородской области, где глава семейства убил супругу и 6 детей, эта тема стала актуальной. Сейчас в Самарской области детей, оставшихся без попечения родителей, более 10 500. В ходе проверок были выявлены правонарушения. Самое распространенное – халатность соцработников, которые своевременно не отслеживают судьбу детей и не проверяют условия жизни. Результатом проверки у нас в адрес министра социально-демографической и семейной политики Самарской области было внесено представление. И губернатору Самарской области направлена информация о выявленных нарушениях, о состоянии законности в указанной сфере. Для того, чтобы у нас семьи, которые считаются неблагополучными и не оставались без внимания органов госвласти, в первую очередь. И, соответственно, мы предотвращали эти трагические случаи, они работали уже над ошибками, как это происходит сейчас в Нижнем Новгороде.